Приветствую на моем канале. Я долго откладывала этот момент, но мне надоело стопорить свое творчество, поэтому поделюсь своими маленькими мыслями. В связи со всей сложившейся ситуацией я не хотела выкладывать какие-либо видео. Во-первых, потому что мне казалось это совсем неуместным делом, и во-вторых, моя продуктивность упала почти до нуля. Думаю, как и у многих, жизнь изменилась не в ту сторону. На данный момент я пересматриваю свои планы, заново составляю их по крупицам. Этот рисунок стал для меня первым этапом, неким напоминанием о важности сохранения душевного спокойствия. Напоминаю, что я говорю про себя, про свои чувства. Возможно, вы сейчас переживаете нечто иное, и ни о каком спокойствии и быть речи не может. Но я надеюсь, что рядом с вами есть близкие люди, которые могут эмоционально поддержать вас. Или же есть возможность связаться со специалистами. Рисунок олицетворяет для меня то, что много зависит от нашего сознания, от того, как мы воспринимаем окружающий нас мир. Мне важно, чтобы в моей голове была выстроена карта действий и ценностей. Тем самым я создаю некоторый контроль над своей жизнью. Контроль, хоть и маленький, позволяет человеку чувствовать себя в безопасности. Буду рада, если вы поделитесь в комментариях своими способами поддержания силы. Мне помогает список дел, которые я составляю на неделю. Одновременно я знаю, что мне нужно сделать, но при этом не ограничиваю себя коротким сроком. Позволяю себе выбирать наиболее интересное занятие в тот или иной момент. К примеру, так я несколько дней довязывала давно начатую кофту. Или, к примеру, тренировалась в набросках анатомии во время рабочего перерыва, а не на выходных, как чаще всего это происходило раньше. Если я вдруг что-то не успеваю сделать на неделе, я просто переношу этот пункт на следующую неделю. Тем самым я не корю себя, а даю себе дополнительное время для завершения дела. Что ж, я не хочу излишне углубляться в дебри своих размышлений, поэтому скажу главное. Я работаю над тем, чтобы вернуть себе силы творить без чувства вины. И спасибо всем, кто подписывается на канал и остается вместе со мной. Не прощаюсь. До следующего видео.